Так прошла уже неделя. С последней серии маньяка прошла неделя. А так никто его до сих пор и не разбудил? Ты своими этими шуточками, с этими уколами для сна доведешь нас непонятно до чего. Ты видишь, человек уснул и неделю спит. Что ты с ним сделал? А чтобы не выпендривался. Может, с ними как с принцессами спящими, не знаю, поцеловать надо. И они проснутся. Жулик Клей? Я не могу целовать Крейда. А жабу? Как в сказке. Лягушку поцелуешь, из нее прекрасная принцесса вылупится. Но это, конечно, сказка не про Клайпа. Он что целовать, что не целовать таким же зеленым и такой же жабой останется. Но вдруг просто попробуешь. А, ну ладно, я тогда Крейда. Что? Нет! Ты его поцеловал? Ты правда его поцеловал? Так, ладно, пускай спит! Пускай спит! Пускай спит! Если кто-то вдруг до сих пор не понимает, почему Харайт спит! Все серии просто! Все серии вот маньяка вот там находятся! Сто с чем-то серий! Целый плейлист! А потом возвращай сюда и смотри, почему он спит. А? Ладно, не будем тогда их будить! Запишем сегодня серию маньяка без их участия. Мы пошли, а ты, Жулик Плей, продолжай целовать. А что это мы тут делаем? Так, ну пока что это самое лучшее начало всей серии маньяка за весь сезон этой рубрики. Каждый раз так начинается страшного поднять кассета. Кассета. Ладно. Каждую серию у нас здесь что-то новенькое появляется. Каждую серию. Нифига себе, это я. Вот, это у меня. Да, я зайду. Аптечка сюда, перцовый баллончик. Вот. Сюда. Я не знаю пока, что происходит! Я тут... Здорово! Попал! Попал, Жулик Плей! Ядрёный гусь! Новик офигенно! Жулик Плей маньяк! Сколько ты ж лет! Он им не был, так и ещё... Так, возле кондиционера здесь спрячемся. А кто там у нас стоит? Чьи это мошки такие? Господи, ой. Да сколько можно тебя перцовым баллончиком-то шмалять, Жулик Плей? Я сейчас единственное свое оружие на тебя потрачу. И вот сюда, на второй этаж. Так, здесь у нас... Здорово, что своровал? Своровала уже все предметы, которые здесь были. Да я ничего не нашла здесь вообще. Конечно, не что. Так прыгай туда, в дырочку, в эту яму. Я уверен, что там есть еще что-то, что я не поднял. Ну ладно, тогда я пойду. А ты посмотри, если что там маньяк будет, ты мне это свистни там, я пойду, да. Это... Куда я тебе свисту, если ты в дырочке будешь сама себе там свисти? А я отсюда свалю, пока никакие жигуляторы Плей сюда не вернулись куда-то в ту сторону. Мне осталось разобраться, что это нафиг за кассета, куда ее запихнуть. И самое главное, это... Где здесь дырочка? Я не понимаю, здесь же дырочка. Вот дырочка. Опа, забрать кусачки. Возле кафешки. Опа, еще один перцовый баллончик. И в кафе. Где-то здесь должен быть предмет, который уже забрали. И здесь инъекция! Так, сейчас я знаю, в какую сторону. Хватит постоянно свои ручонки что-то брать! Ты еще не занимался карате! На! Хватит меня преследовать и каждый раз мне нотации читать вот этот вот клайп. Я в целом с тобой видится. Да вот здорово, банан. Я в целом... Отлично, мы спас... Здорово! Где вы все? Уберите это от меня! Вот на тебе еще раз дополните. Гусь Жулик Плей. И Чак и Херейт. Вот в начале серии они целовались, Господи, в начале серии Жулик Плей его поцелуями будил, как спящую красавицу поднять подушка. Что за дичь происходит с каждой серией поднять стальные запчасти?
каждой серии безумие все дополняется, пополняется и увеличивается. Каждый раз какая-то... О, кусачки, каждый раз какая-то новая туфта, кошмар. Мы, походу, сейчас скоро все с ума сойдем, а не только один херейт. Сзади, 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 задержи! Задержи, задержи, задержи! Спасу я, Бэтмен! Я тебя так просто не отпущу! Пацаны, я ногу сломал! Иди сюда! Беги! Беги! Даже здесь мне не повезло! Там подушка, там подушка, там подушка! Клай, подожди! Я еще одну подушку заберу! Две подушки с другой стороны! Клай, подожди, подожди, подожди! Господи, Клай, подожди! Нет, это мое, это... Нафиг, я сломал ногу. Спасибо огромное, Клай, то, что меня толкнул! Брат, я ногу сломал. Я тоже. Но самое главное, я прыгаю на одной ноге сейчас. Так сюда, где вот этот бинт? Где вот это то, чтобы починить ногу? Отсюда! Кошмар, если я не починю ногу в ближайшие 2 минуты, то я умру от перелома конечностей. Просто замечательно. Так, ну, адреналин забираем, он в любом случае мне поможет рано или поздно. Офигенно, на одной ноге хожу, второй даже вот это не шевелю. Возможно, здесь в пещере хлебные тосты, плюс одна бишка побежал, плюс одна жизнь. Это очень даже хорошо. Где мне бинты? Очень хорошо выспался, мой друг! А-а-а-да! Проснулся нафиг! Как повезло ему то, что он вот этим! Как повезло то, что он маньяком стал бы, если... Если бы он маньяком не стал, он бы спал нафиг всю эту серию до конца. Я бы его даже не разбудил. Надо срочно пойти и... Братик, помоги! Тихо! Я помогаю тебе, ты помогаешь мне. Да, я сделаю все! Бинт, ногу починить, я ногу сломал. А у меня тоже нога сломана, Эдуард, нет у меня бинта! Ну и вали отсюда, бесполезный! Так я должен какать, хочу пусти! Я покакаю, потом ты! Одна жизнь? Живем же! Ой, вы больно, папа! Мне нафиг стрельнули! Иди сюда! Ой, а кто там у нас такой? Что ты сделал? Иди ты, кошмар какой! Я с поломанной ногой даже не могу на... Я с поломанной ногой не могу даже нормально в сральнике посидеть. Придется здесь скрываться, пока я не сду... Что у тебя? Нога сломана. Нога. Нога, да, у меня как раз кишины есть. О, спасибо, бишка, спасибо огромное. А так это не подушка, это... Подушка, покрывало, стальные запчасти у меня. Еще и плюс к этому всему еще кассета. Что за дичь я сегодня собираю? Я не понимаю, это что за предметы? На... Он заколебал уже! Я... Так, все. Я сейчас наполню этот шприц вот этим киселем с предыдущей серии. Вот медицинская шина. Офигенно, просто то, что я ее нашел только сейчас. А, все это время сдерживался, так рыгнуть хотел, и только на паузе могу это сделать. Ты че там стоишь, гомункул? У тебя нога кровоточит, а ты вместо того, чтобы бегать, стоишь там и смотришь на какую-то... Ты че поднял? Клайд? Там еще какой-то один новый предмет, и этот предмет очень... Давай! Иди сюда! Быстро! Беги! Тихо! Молчи! Просто молчи! Я умею быстро принимать людей! 70% ты на ногах, Клайд! Прощай, мой брат! Знаешь, что я всегда был рядом с тобой! Прости за все! Хватит ныть! Прости меня за все! Все! Нога, все, пошли! Быстро, давай, все, ходить можешь теперь, типа, вот этот бит, больше шина не нужна, он бежит за нами, быстро, у меня есть план! За вами, так, Клайда! Да сзади от меня, мелкий ты! Так, не здесь, да, ну стой, ты меня так заколебал, ты хотел, чтобы я спал! А ну стой! Я ведь вы... Подними Клайпа, поднимай, быстро поднимай! Опять, что делал?
Понимаю, 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 понимаю. Бежи, бежи, не двигайся, не двигайся. Не двигайся, Клайд, не двигайся. Не двигайся, Клайд, Клайд, живи. Ты меня уже не видишь? Нет, Клайд. В смысле? Три раза, я его три раза усыпил его, поднимать. Нет, Клайд, Клайд. Эдуард, задай, задай, брат мой. Я всегда был рядом с тобой! Всегда Клайд, был тобой, прикрой! Подниму! Не отчаивайся! Подниму, 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 Клайдик, подниму! Запомни меня Пусти. Таким, Эдуард! Убегай! Нет! Разбудите меня! Я застрял, Эдуард! Что там нафиг происходит, Братик мой! Запомни меня таким! Запомни моё лицо таким! Запомни меня таким! Помолчи уже в этой жизни хоть раз! Разговаривай тише! Хватит ныть, скулить! Просто хоть раз в жизни! Посмотри-ка в окошко! Посмотри. Валим! 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 Ты что думаешь, что ты меня хотел усыпить, я не проснусь, да? Валим! Я так хорошо выспался! Пошли. В другую сторону! Вот сюда! И внутрь! Тут ловушек нет! Нет ловушек! Тут может быть какие-то предметы? Нет, все предметы уже подняли! Я выспался! И я полон сил! Теперь ты моя главная цель! Я заставлю тебя спать! Иди сюда! Да ты меня бесишь! Помолчи уже, хоть раз в жизни, помолчи, хватит уже орать, кошмар! Так, я бегу это здание, побегу обратно в цирк, может там будет что-то полезное. Залезаем в тоннельчик, не знаю, конечно, зачем, потому что здесь генератор отремонтирован, но может быть здесь будет какая-то... подсказка. Брат мой! Тихо, иди сюда, хватит орать. Ты можешь хоть раз в жизни шепотом разговаривать. Дай мне этот предмет, который ты нашел, а ты, моя дорогая, на. Все. А ты мой сладкий. Дай. На, вот это, забирай все, что у меня имеется. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, вот. Дай предмет. Вот, да, вот это. Ты уверен, что тебе это бесполезная штука нужна? Я тебе спас тебе жизнь два раза. Расскажи мне о них, скороговорку. Шла Саша по шоссе и... Так, сейчас дай я 5 секунд успокоюсь, ты его разбудишь, он мне отдаст предмет. Я сейчас посмотрю, ничего здесь не валяется или валяется. Нет, ничего не валяется. Так, ладно. Короче, буди его, если он будет дальше выпендриваться, я его еще раз усыплю. Давай. Давай. С добрым утром, дорогой! Ты что же делал? Я говорю, расскажи мне скороговорку! Дай предмет сюда! У тебя 2 секунды! Раз! Расскажи, просто шла Саша по шоссе! Сейчас, 5 секунд! Разбуди. Доброе утро! Дай предмет! Дай предмет! Что вы со мной сделали? Дай предмет! Выброси его! Просто! Я не могу теперь выбросить его! Заберите свой предмет, отстань от меня! Да вот выбросил, не выбросил! Да выброси! Стальные трубки! Дай сюда! Забирай! Стальные трубки, потому что ты выпендриваешься очень много! Так, стальные трубки, стальные запчасти, покрывало, подушка, кассета! Это что за набор шизофреника? Я не понимаю, что мне с ним делать? И там кто-то валяется, надо бы его поднять, это Костя Бэтмен! Так, подожди. Я не знаю. Собака! Я тебя ненавижу! Был бы у меня перцовый баллончик, я бы тебя шмалю дал им. Да, но так аккуратно здесь нет никаких. А подожди, а может мне кассетой надо вставить вот сюда? Не, нифига не работает. Я не знаю, я нашел кассету, но я не знаю, как она работает и что мне с ней сделать. Последний вариант — это починить этот компьютер, и когда он будет работать, тогда эту кассету туда и запихнуть. Это все, я больше не знаю, что мне делать дальше. Помянем тебя бишкой, устроим тебе хорошие похороны. Вот так 10% только, да, вот и все. Вот 5% осталось, и похороны тут как тут. Так этот компьютер работает, вставляем, нифига не вставляем, ничего не вставляется, ничего не... Ой, здравствуйте! Здравствуйте, Дюшенька!
Господи, как дела у тебя? Как ты меня бесишь, Жигулятор Плей. Он бегает в этом, он бегает в канализации этот Клайп. Так надо найти какой-то спуск в канализацию. Фиг его знает где. Вот, дымится. Очень интересно, зачем он спустился в канализацию. Если он туда спустился, значит... Двухствольный дробовик. Ладно, хорошо. Значит, не... Адреналин. Значит, не зря я сюда смерть. Ну, значит, не зря я сюда спустился, раз я уже столько всего полезного нашел. Вот еще набор спасения нашел. Сколько здесь всяких предметов валяется. Я, оказывается, вот это... А, подожди, нет. Подожди. Я хотел протестировать кое-что. Если я выброшу все эти предметы на одну кучу, нифига не произойдет, значит, логично то, что их надо куда-то засунуть, чтобы что-то из них скрафтить. Но куда их засунуть, я не представляю. Я бы уже их давным-давно в сральник бы засунул, чтобы глаза мои их не видели, я не знаю. Да ну нафиг сюда! Что за дичь? Сегодня мы с вами будем собирать большую каталку из подручных средств. Первое, что нам обязательно понадобится, это тележка супермаркета. Да-да, проверьте свой балкон, наверняка там найдется парочка. Аккуратно разломите тележку ломом, не выбрасывайте запчасти, они нам еще пригодятся. На получившиеся шасси крепим металлические трубки, хорошо подойдут чугунные, например, из-под холодной воды. После получившейся конструкции... потребует фиксацию рамы. Для этого отлично подойдет, что подойдет части корзины, которую мы... Господи, когда работа над рамой завершена, накиньте сверху полотно, подойдет старое одеяло или простыня. Есть старое одеяло, простыня. Так, сначала вот это, потом так вот это. Не забудьте про небольшую подушку, чтобы нашему пациенту тоже было есть. А так, последовательность. Вот так и вот так. Четыре... Я видел тележку. Тележка возле кафешки. Тележка возле кафешки. Только проблема в том, что у меня лома нет. Не наступи на мину. На мину не наступи. Иди сюда! Господи! Офигенно! Вот и кассета бы... Не убежите! У тебя все есть в этой жизни? Каждый существующий предмет, что ли? Иди! Все, что угодно. Слышь ты! Там стоит маньяк, вы тут шушукаетесь, вы что делаете, не понимаю! Там, я видел, у тебя еще что-то в руке было, дай сюда, вот эти трубы, все! Отвлекайте маньяка, отвлекайте маньяка, я сейчас! В другую сторону, отвлекайте! А я полетел, вот! Главное, ловушку не попасть, обминаю все ловушки, просто пиши вперед, я видел, потому что там была тележка, я на нее краски вначале обратил внимание! Потому что у нас этой тележки никогда не было... Так, дальше остальные трубы, вот сюда, после этого остальные запчасти, вот сюда, после этого покрывало, вот сюда, и после этого подушка, да я, вот так, подушка, вот сюда. Психиатрическая кушетка. А ты... Ложись! Ты зачем ее забрал сюда? Ложись! Чё? Зачем я её... Чё происходит? Ты что сделал? Что... Нажмите на меня правой кнопкой, ложитесь сюда! Что, я что... Ты чё придумал, Эдуард? Нифига не понимаю, я не понимаю, что делать, я не понимаю, что надо нажимать. Я понял, что надо, кто мне баллончика в лицо пшикнул? Я понял, что надо делать, у нас же есть шприц-инъекции, сначала человека надо усыпить, а уже после этого поместить его на кушетку. Вот что надо было сделать, я, кажется, придумал, как раз и навсегда вот эту психохрена отправить в психиатрическую больницу, так... Сейчас кого-то усыпляем, кассета нам больше не понадобится. Усыпляем человека, потом достаем каталку вот эту и тыкаем на него правой кнопкой. Если ми... О, кстати, вот этот, подопытный. Чего? Так, и теперь правой кнопкой.
Так. Осталось понять, как тебя с этой точки мертвой сдвинуть, Клайб. Потому что как бы то, что ты тут спишь мягенько на кушеточке, это очень хорошо, Клайб. Но с тобой 100% что-то надо сделать, а что, я не понимаю. Так. Я его повторно нафиг усыпил. Так, у него какие-то кошмары снятся, какие-то конвульсии или сонный паралич у него какой-то происходит. Ладно, Клайб, забираем инъекцию. Я пока не знаю, что с тобой делать, я не знаю, как тебя оттуда вытащить, но в целом, раз ему там спится сладко, пускай ему там дальше спится сладко. Я бы тоже на самом деле сейчас бы поспал, если бы я сам себе мог вколоть этот кисель. И больше, чтобы глаза мои никогда этих мне... Вот и спи дальше, вот и спи дальше, вот и спи. И вот ты тоже сейчас поспишь, смотрите. Опа! Вот и спи дальше, мой хороший. Два маньяка сейчас спят. А я не знаю, что мне делать, потому что я не знаю, сколько отремонтировано компьютера. Мне по башке сначала хрэд зарядил, потом мне по башке зарядил вот этот жулик плей. Они меня сейчас догонят в целом и все. Так, здесь компьютер отремонтирован. И здесь компьютер запущен. То есть, получается, остался один единственный последний компудахтер, который находится на каруселях. Офигенно, там бежит жулик плей. Ты что думаешь, ты? Ты если думаешь, что меня усыпят, они меня... Спи, мой хороший, не шевелись. Иди сюда! Спи, мой хороший, не шевелись! Спи, мой хороший, не... А ну иди сюда, ты что сделал? Офигенно, похоронили заживо в сральнике просто! А это за то, что ты моего братка убил! Вот это доброе утро, я только проснулся, а вот ты... Чё с ним вообще? Да офигеть просто, я в сральнике заживо похоронен. Я сейчас попробую, конечно, отсюда... Опа! О! Вылез из сральника, здорово, мужики! А можно обратно, не хочется ваши... Страшные ваши лица видеть вообще не хочется. Нет, я туда залезть не могу. Но я ж тебе обещал то, что я усыплю тебя навсегда. Вот ты вколол меня какой-то сотворный, а теперь ты будешь спать, понял? Но невозможно, понимаешь? Постреляет! Я стреляю! Обратно сюда в сральник, можно обратно в сральник, пожалуйста, обратно как-то сюда залезть, зря я, не могу, ладно? Ждем смерти, получается, игрок. А, кстати, да, там еще... Там Клайб спит. Надо Клайба уничтожить! Да. Где Клайб-то, я не понимаю? Надо найти Клайба, который никогда в жизни... Не будем его будить, не будем.